Люди добрые, всем салют. На численнике у нас сегодня 31 марта. Погодка нас продолжает баловать. На улице сегодня целый день солнышко. Ну а мы сейчас поснимем небольшой обзорчик по нашей теплице. Так, ну что же, состояние огурчиков на сегодняшний день. С последнего видео, наверное, прошло 2 недельки. За это время они уже не слабо подросли. Начали активно цвести. То есть, как можете наблюдать, и с этой, и с той стороны. Некоторые уже даже отцвели. Если все будет хорошо, я думаю, что через недельку у нас мы будем срывать уже первый огурчик. Вот такие вот, это уже все они уже отцвели. Высота где-то уже приблизительно, ну, 1,60 м от корневой системы, да? Вот такой вот размер, это самые высокие. Уже на следующей неделе будем их также прищипывать. Ну и в целом, конечно же, все неплохо. Будем надеяться, что погода нас будет также баловать. Хотя по прогнозам передают не особо хорошие и заморозки. Здесь у нас сорт огурцов Поле. Здесь тоже Поле. Здесь у нас Стингер. Он чуть-чуть пониже, так как этот сорт огурцов более поздний. Но ничего, уже потихонечку начинает, конечно же, зацветать. По сравнению с Поле, которое уже прям вот внизу, прям одни цветочки, цветочки, цветочки. Сейчас бы были бы пчелки, они бы, конечно, порадовались здесь. Состояние огурцов в другом блоке теплицы. Здесь у нас, значит, получается Стингер. Он ровесник тому Стингеру. Ну и как бы они идут одинаково. Также кое-где начинает зацветать. Посередине у нас Поле. Он, получается, сеян на недельку позже, чем тот. Ну и, соответственно, ростовка у нее еще меньше. Ну и крайняя грядка также у нас Арктика. Она тоже была сеяна на неделю позже, чем те, которые были ранее. Но ничего, еще свое они наверстают, не упустят. И все будет у нас, наверное, хорошо. Немножко нас здесь подтопило опять весной. Но воды прям не стояло, не было. Ну, в некоторых только местах. А так все вот подвыжило здорово. То есть, соответственно, и грядки... Там, наверное, получается снизу маленечко влажные. Растение немножечко страдает. И это видно особенно по Арктике. Ну, сейчас передают вроде бы уже погодку хорошую. Снег уже более-менее почти весь сошел. И будет сужды гладь, и они еще отудобят. И покажут себя в полной мере. А так, все хорошо и отлично. Ну, и скажем несколько слов о наших любимых томатах. Если здесь ничего не перепутано, то здесь у нас получается Pink Heat, KS10 и здесь Pink Paradise. Начнем с Pink Heat, так как я так понял, что он более светолюбивое растение. Он тянется, он высокий, но первую кисть он просто сбросил. Ему не хватило силенок, света, я думаю, и так далее и тому подобное. Вторая, более-менее, гляжу, уже проявляется нормально. В отличие от KS10, то есть... Он спокойно вяжет первую кисть. То есть только некоторые растения ее сбросили. А так в целом все неплохо. Мне все нравится. Даже вот есть уже одна первая помидорка. Обработали мы их уже непосредственно томатоном, завязью. И все у них отлично. В принципе, больше всех мне нравится пока КС-10. Он более равномерный, более хороший. Все ему нравится, все его устраивает. Ну и в принципе, Pink Paradise тоже на каждом растении у нас есть уже кисти. Ну, за исключением только некоторых. Пусть это где-то 1, 2, 3 помидорки, но они есть. Кисти тоже неплохие. Тоже все их провязали, все у них хорошо. Ждем урожаев. Думаю, если... Сейчас, когда он завяжется туда-сюда, дней 45-50, и будут уже первые помидорки. Конечно, уже хочется, чтобы это все было побыстрее. Но ничего страшного, подождем. Так, ну что, родненькие, вот такое вот состояние на сегодняшний день. В принципе, все идет по графику, более-менее благополучно. Жаловаться особо не на что. Конечно, уже хочется, чтобы побыстрее созрел огурец хотя бы. Душа, конечно, уже просит. Ну, наверное, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Обнял. Не забываем про пальчики вверх, колокольчики и подписка. Приветствуется, конечно же.